Да, он в одного танчится. Да не, не надо. Тут надо будет от тьмы ауру. Ну вообще, пусть это стоит, как она, третья. А там, когда уже хуёво будет, в самом конце можно будет поставить и мастера ауру прожать. Ну потом обратно надо будет вернуть этот. Пистобаф же есть. Кидается спячка наскользь и на дракона надо будет. На дракона вроде должно работать. На Родана. Два друида как раз.
на Эллисон, этот, как он, покаяние, да, шип, просто обновляй. Ну и болотный ловец, это любой лог в, это, в бане и все. Когда вы законтролите? Ну, это. Вы были на нем вообще? Ну, он забирает способности у игроков. И если упала забирает, то нужно выбегать из лужи, чтобы пал лужу свою не кидал. Лужа такая же, как паловская будет, только дамажить намного больше, там по 10 тысяч. ДКшная лужа. Потом, я не помню, что у всех забирает. Вот у друида шипы, потом еще какую-то парашу, у шамана не помню, что. У приста забирает хилку, у роги не помню. Короче, у лока забирает, самое опасное, это огонь с неба, который падает. Вот, из него надо выбежать, иначе шотнет. Там быстро, ну да, вот такой вот, с него надо выбежать быстро очень. Блять. А, у локов еще проклятие рока может кинуться. Это надо будет либо магу, либо тебе на совесть диспелить проклятие, иначе оно шотнет. Ну и все, там особо ничего страшного. Пул начинается после того... Да, просто босса. Пул начинается после того, как вы мобов законтролите. Я босса уже ловлю в последнюю очередь. Как удобно. Да. Надо посмотреть, доты спали с него, нет? Да, попробуем отвезти куда-нибудь. Сейчас сюда отведу, только не бейте его. И дашь ему контроль. Давай.
Ну, Родан, походу. Главное, босса, играйте. Ну, в овцу ее превращаем, бабу эту. Вот эту хуйню сейчас главное прохиливать. Потом тяжело хилом станет. Ну лучше ложиться сразу, вставайте спиной. Короче, самое главное вот этих петухов, вот где они стоят, там и стараться держать. Запомнить цель там, можно не бить там первое сколько-то времени. Потом, чтобы обновлять вовремя вот эту хуйню контроль. Прям заранее. Видите, кончается, идите обновлять. Вообще можно с пула какого-нибудь из пидоров залить, которого там, вот допустим, Родана, чтобы Керус не тратил свой ДПС. Ну, допустим, Родана кидать попробуй. Что он там делает, надо посмотреть. Не... У кого в этом, как он называется, в путеводителе написано, что Родан делает? А то у меня там другие четыре. Короче, Родан написано удар грома, огненное дыхание, но это опасная хуйня, может подпортить. Можно его разъебать с пула. Ну и в принципе он удар грома будет в корнях кастовать и все. Попробую его в корнях-то додержать. Будет заебись. Но вот я не знаю его. Дыхание, я не знаю, будет доставать до нас, нет, если он там будет стоять. Надеюсь, получится. Там прилично, но. Посмотри, прочитай там покаяние, на кому дается. Он дракон. Ну вот, Даш. Ну вот, заебись.
Жизнь свет на себя дал. Можно ее разъебать. Только дольше бить просто будем. Давай. Там 3 ляма все. Нет. Главное того петуха с бана не проебать. ДКшная лужа. Сейчас вот хилы еще пока прохиливают. Ложный выпад обязательно на роге. Щит от тьмы на локах. Не зыбку дал. У танку спиздил, смотрите, может лужа паловская быть. Милики готовьте, РДД тоже. Лужа. Сразу забафайте, будет сейчас дамаг. Захильте лока. Ну все, можно лечь на. Короче, надо попробовать этого, ну, как-то бабу нахуй там оставить. Это, скорее всего, покаяние на бабу надо, а на этого пидора корни, короче, все-таки. На дракона.
Прям чтобы они там стояли, а то нахуй она прибежала. Ну да, видишь, 3 ляма тоже в нее дали, надо было босса бить. У кого-то активация голосом стоит. Когда тяжело прохиливать, там, когда процентов 10-15 у босса, там, на предпоследние вот эти вот стрелы, тогда геру дают для хилов. Спокойствие еще там можно. Ну, уже там, когда сейвов нету, он... Ну, это все надо лучше позаконтролить. Вот если корни получится дракона в корнях держать по КД, то будет вообще заебись. Бабу в покаяние, скользь сон, а этот в бане. Главное, чтобы с бана какой-то один лог контролил, чтобы... Он, видишь, он выходит сам из бана иногда. Надо, чтобы лог запомнить цель нажал, прям быстро его менял, чтобы он ближе к нему туда стоял. Чтобы, короче, не пускал к нам этого гуся. Ну, прям готовился каждую секунду кастовать, если что, обновить на нем. Это я не знаю, не проверял. Да и эти нормальные, они все нормальные. Ну так это хоть что-то, одну стрелу хотя бы поглотишь. 5000 там, да? Ну ты типа под первую можешь не давать. Ты вообще можешь не давать до пол хп босса. Вот где-то 50% у босса будет, тогда уже дашь. И потом откатится, еще раз дашь. Да, зальем его, да и все.
Лунный огонь дал. Да у Керуса. Эгон, на тебя сейчас бежит, так что осторожно. Сейчас, короче, не бань это. Я его стаунчу, пару лпшек дам, наберу агро на нем. Угу. Все, бань. Сейчас это, что, мастер аур есть? Вот сейчас можешь ждать. Освещение. Еще лужа. Керус, ресы. Ну все, пизда. Да все, блядь. А он его под себя кидает. Там одна лужа была, которая первую откинул, вот ты в ней, наверное, а вторую потом еще и отводил в центр. Ну да, попробуем. Ну, как бы все равно будет кто-то с контроля выходить. Всегда такая хуйня будет. Интересно, мобы не резнутся? Чё, обновил? Да и похуй. А этот оскользь корням чё?
В принципе, если этот не восприимчив, то тоже, наверное. Сколь с ядом будет плевать. Надо как-то контроли одновременно дать. Видишь, те, которые кастуют, начать, а потом уже мгновенные после этих. Мгновенные попозже, типа. А изгнание зла работает на элементале паладиновское? А. Ну раз сон только юзается, корни не работают. Значит сон. Много он пробежал, полкомнаты целой, блядь. Сейчас не обновляй бан, я кину это агро наберу. Все, бань.
Короче, на следующем Геру давай, только не сразу. Кстати, огонь там падает, смотрите, надо отойти. Вот, давай Геру сейчас. Захиливать проще. Да, третью обязательно оставь ауру. Ты ставишь тьму только когда ма без КД. И потом обратно третью. Все, давайте спокойствие сейчас. Надо резать ВБ по-любому. Сейчас незыбка, конечно, будет. Ну тут прям в сове хиль там тоже начинайте хилить, чтобы не убило. Сейчас незыбку дам, еще 500 тысяч там добьете, думаю. Все, незыбку дал. Триньку на ДК ДДР льну. Если никому не надо. Ну, что-то... Не знаю, на АДК, наверное. Ну... Я кроме анхолика никого и не делал. Нет, она милишная. Там... Там это так. Там была бы ДДшная, написали бы заклинание. Вроде так. Не, ну если надо, пускай забирает халява. Чё, напулите там? Там мобов 6, я всех не заберу, типа. Так что осторожно. Чё тут смотрели кто-то видео, там тактику? Дай ассиста на войда. Короче, самое опасное это третья фаза. Вот. Ну и вообще, и первая фаза тоже опасна для всех миликов. Кто там? Рога, Ретрик и Кот. Вот. Тут может вас шотнуть, короче. Босс в своей первой форме, первой фазы до 80% будет крутиться, давать вертушку. Она дамажить начинает через 2 секунды. То есть он начал крутиться, анимация пошла. Вот босс будет стоять где-то вот здесь дальше. Ну вот допустим вот здесь на этой линии. Чтобы вас крутилка не задела, вам нужно отбежать где-то вот... Ну блять, сколько там, 12 метров, 15 за кружок. Два прыжка, грубо говоря, сделать. Вот, там время 2 секунды дохуя есть. Но главное внимательно смотреть. Анимация в вихре началась, вы отбежали. Кончилась анимация, то есть каст полоска закончилась, вы уже подбежали, бьете. Вот. Потом будет горестный бросок. Это для хилов. Я себе вуду ставлю, короче, горестный бросок забиваю. И там это... Какая хуйня, типа, как кровотечение у этих, блять. Короче, иконка такая, топора или чего там с кровью. Эта хуйня, короче, дамажит тысяч...
15 сразу, и потом каждые 2 секунды дамажит. И она будет дамажить, пока не отхилится человек на фул. Вот, то есть тут и щитки должны быть на всех, и нужно готовиться захилить на фул человека. Но я вот не знаю, волна плюс исповедь, точнее, быстрина плюс исповедь вполне должны сработать. Вот, там если будет не хватать, то добавить уже что-то. В миликов, если прилетает, до них топор быстрее летит, а РДД должны от босса на максимальном РЖ стоять. То есть вот как здесь вот кружок показывает на 30 метров, что прям топор до вас пока летел, хилы уже увидели, что летит в РДД, и начали хилить. Еще вуду рамочки красным подсвечиваются. Ну, если у вас другой аддон, тоже должно что-то подсвечиваться. Вот это, в принципе, вся первая фаза. Потом он превращается в медведя. Медведя я веду в звездочку, все встаем в звездочку. Поворачиваю жопой к вам, вы стоите все в углу. ДЦшник дает масс диспел. Там будет ползущий паралич такой, он будет на всех 10 человек вешаться. Его нужно масс диспел диспелить. Если кто-то не додиспелится, там, ну, можешь ты додиспелить, потому что там не хухилить, там дамага по рейду не будет. Додиспелить можешь танку помочь, чтобы быстрее диспелить. Если он с первого масс диспела не снимет там с 2-3 человек. Вот, потому что там, если 6 секунд не диспелить, там будет то ли стан, то ли что, не помню, хуйня какая-то. Вот. Да, ну, медведь, в принципе, простой. Дамага по рейду нет, там ману резаем. Ну, дамажим также. На 60% будет фаза орла. Вот. Тут самое опасное. Вот переход с этой фазы на фазу птицы. Вы, значит, все стоите вот здесь. Сначала доводим до 1% где-то. Значит, дожидаемся этой хуйни паралича, диспелим, потом я отвожу его вот сюда куда-то, ну вот на этот зеленый ковер, вы его переводите, и задача моя, ветерки, 4 штуки будут, чтобы они бегали только за мной. Они полетят на вас сначала, вот, и от вас они оттолкнутся, но они наносят урон приличный, урон от сил природы. Надо будет тотем въебать от сил природы, убрать этих петов, чтобы от них не отталкивался по 1000 раз. Ну и надо всем сейвы прожимать. Ну, допустим, какие сейвы у нас есть. Самый незащищенный — это шаман и 2 лока. 2 лока — это, в принципе, СС можно на себя дать. И 2 БР у нас есть. Но БРы не сдохнут, потому что там есть дубовая кожа, форма мишки. Потом ИВБ обязательно зубы на себя даешь. Танку даешь 50 на 50. И каплю. Ну, каплю давай, это, шаману будешь давать. Экону, чтобы по нему меньше дамага проходило. Ну, и экон там, в принципе, оставишь этот, природная стремительность, вот эту мгновенную хуйню, чтобы мгновенную цепуху зарядить. Одну кастанешь и одну, это, разрядишь мгновенную. Должно быть заебись. Ну, халява. Я не помню, кош там помогает? Нет, ну, нажмешь кош. Может, он будет помогать от этой хуйни, не помню. Ну, маг... Да, на ветерке. Маг, просто глыбу нажимаешь. По тебе 0 урона. По тебе никто не парится. Ну и все. Вот. Эта параша потом будет за мной летать. Я буду бегать просто по кругу. Я вам дам не зыбку. Вот. Да, зеленая власть есть. Вот это вот. Просто зеленую включаешь, бегаешь. Вот, ну. Ну и короче это. На птице будет птица просто в центре стоять, и ветерки будут бегать. И все, кто кастуют какие-то заклинания, они будут получать урон ответный. Поэтому нужно заклинания не нон-стопом кастовать, а останавливаться, чтобы вас успели прохилить. Так. Ханту на ветерках, да нихуя, у него сейвов никаких тоже нет. Ну не знаю, вилки попробую прожать. Ну, там только надежда на щиток ДЦ, на незыбку, и можешь еще в него молитву восстановления кинуть. Может, прокнет, не сдохнет. Но если сдохнет, у нас 2 БР есть, 1 СС. Вот. Потом что? Обязательно, чтобы хилы не сдохли, потому что проблемно будет. Потом начинается на 40%, когда я ветерки повожу, на 40% начинается рысь. 4-я фаза, предпоследняя. Просто это... Встаем в жопу рыси все в одну точку и бьем ее. Там надо будет вызывать всякую парашу. Ну, допустим, я войско дам.
чтобы поменьше по рейду прыгала. Ну, там, по кому она будет прыгать, будет дотка. Она прилично бьет, ее надо захиливать. Там примерно по третьей хп будет откусывать кровотечение. Вот. Рысь переводим, и все. И фаза дракона остается. Он в дракона превращается. Перед лицом дыхания, перед лицом не стоит никто. И периодически дает вокруг по всему рейду огонь. Вот. И увеличивает урон от огня. То есть там какое-то время дается, чтобы убить. Там это на этой фазе на последней Гера дается. И он периодически будет выбирать человека в цель. То есть нужно запомнить цель босса. И будет давать на него столб огня. Он быстро его выбирает, мгновенно дает столб огня. Столб огня дамажит 1000 по 15. То есть два удара, там раз в секунду он дамажит или раз в полторы. Он два удара, ну за 2 секунды вы умираете. То есть надо увидеть, что он вас выбрал в цель, если вы РДД. Стоять вместе нельзя, он дамажит где-то 4 метра вокруг, как бомбочки на Дженалае. Нужно это выпрыгнуть. Ну, одного прыжка достаточно. Выпрыгнули, дальше бьете. Ну и все. Вот, и если он танка выберет, он цель менять не будет, то есть как он на меня смотрел, так и будет, он на меня может дать огонь. И если я поведу босса, вы должны видеть этот огонь визуально, что через него не побежать. Вот как знаешь, как священный огонь этот приз дает, такая хуйня, только она будет несколько раз долбить в одну точку, но будет стоять там секунд 30-40, не знаю. Ну и все. Ну давай БР проебем, чё. Да, давай попробуем. Фулл бафы по нему давайте. Не надо ДБМ смотреть, надо смотреть, как босс крутится. Стой на максимальном рендже от босса. Тебе меньше отбегать будет. Сейчас на пулы готовьте. На пулы отдаете только на перефазу. В звезду все встаньте. Кто там стоит? Хант поближе немножко, чтобы масс диспел доставал. Эту хуйню надо диспелить. Чтоб ты бить мог стрелять. Вот. Откуда можешь, вот. Все там, я думаю, ВБ должен сам видеть. Это самая простая фаза. Ну ему надо вуду поставить.
Готовимся стопать. Милики остаются в звезде. Стопнули. РДД, да, там. Отсюда достанете. Подбивайте потихоньку. Подбивайте. На 60 переходка. Все, все, бейте. Сейчас диспельте с меня эту хуйню. Точечно свой, да ну. Дал не зыбку на вас. Ну, вайп, что ли? Да, параша получилась. Надо еще раз пробовать. Там надо, чтобы все от вас отскочили. И в меня полетели сначала три, потом один у вас там где-то туда-сюда дергался. Когда стоите там, никто не выбегал, кто вот, вот тут вот что за тело лежит. ИВБ. Все стоять должны вот здесь в углу. В самом углу стоять. Никуда не выбегать. Поэтому он между вами будет миллион раз. Надо стоять в одной точке, в одном фрейме. Ну, по идее, да, только ударит вас. Они там тысяч по 8 бьют, и ударит вас 6 этих, 4 этих вихря. И там главное еще тотем въебать от сил природы. Ну да, да, там, блядь. Сейчас попробуем еще раз. Петов там надо убирать. Всю эту хуйню, чтобы от них тоже не отталкивалось по 1000 раз. Обязательно. Вот эта хуйня, это силы природы. Потом в конце огонь от дракона, тоже магия. А у Тонко нету спека с масса крови, может, дополнительно как-то поможет нам? Да? А есть с массакрой спек или можешь сделать? Ну ладно, тогда. Да не, забей. Попробуем еще разок. Если прям вообще жестко будет, не выживаем, то может придется делать. Да, кстати, тотем можешь не ставить, тотем и просто уберешь, просто хант поставит от сил природы. Я забыл, что хант есть. Халява. Халява, по тебе дамаг был? Кош пробовал нажимать? Ваниш попробуй. Может, Ваниш тоже тычку хотя бы пропустит. А ложный-то надо ударить босса. Надо к нему подбежать, ударить. Ты сейчас с нормальной аурой, может быть, эту ауру только поставить, когда будут вихри появляться, хант.
Отбегать все равно надо. Так, 1%, отвожу билики, стоим. Полпроцента, РДД бейте. Ты, зачем ты божественную защиту сейчас отдал? Ну, вот. Все, теперь смотри, вот они за мной бегают. Хуй с ним. Вот сейчас смотри, вот я пробегаю, и вы забегаете в центр, где эта птица ебаная стоит. Милики могут бить без проблем. РДД смотрим за своим ХП. Все, побежали быстрее, забегайте в центр. Ровно в кружок босса. Тут агро нету, тут похуй. И все, и хуярьте быстрее. Да, 40. Смотрите, не упадите, хилы. Если хилы вас сильно хилить будут, отойди в кружок, в красную хуету босса забеги, хант. Чтоб тебя эта параша не ударила. Либо бегай по КД, только не слови эту хуйню, иначе вайп будет. А как, ну ты дамажил, хорошо. Дамажил дохуя. Керу, срезай его. Не дамажьте, блять, РДД. Не, ну не дотайте сильно. Вы с... от, ну, не знаю от всего. Ну, просто аккуратно. Милики переведут. Бафы по нему. Каски, хуяски, пристабав, всю залупу забафайте. Хант, блядь, бегай либо за ветрами, чтобы, блядь, ты это, ну, меньше себе проблем сделал. Перебеги разок через кружок этот. Ну, перебеги, чё ты. Вот. Проще, чтоб тебе было, чтоб подольше побил. Нет, вроде. Милики хуярят. Ну да. Ну там что только лапку кинь там, не знаю. Ну, я через раз гнев кастовал там. Ответка идет по 4000. Я не помню. Ну,
Что-то вроде должно ответ какая-то идти, не знаю. Но аккуратно надо смотреть за своим хп, потому что что-то бурстанул там, тебе ебануло, несколько спылов сразу нажал. Вот. И смотрите, рога с хантом. Надо будет на меня на пулы дать, когда этот пидор превратится в рысь. Времени, кстати, у нас маловато. 6 минут, 4 до берсы. Надо побыстрее сейчас. Хант, осторожно. Подбивайте там тоже. Особо не стойте АФК там. Немножко подбивайте. Чтобы по вам дамаг шел. Чтобы хилам тоже было чем заняться. Но не сильно. Не... Ну, не знаю. Если нет, значит надо что-то менять. ДПС какой-то. Ну да, тут уже не успеем, блядь. Можно посмотреть, в принципе, фазу. Встаньте в одну точку все. Только хант один стоит, чтобы стрелять можно было. Войско не буду давать, пускай кусает всех. Переведем, посмотрите фазу дракона. Что-то мы, походу, пока рысь переведем уже, блядь. Кстати, хант, ты мог... Блядь, я не знаю, доставал ли ты... Доставал бы ты он оттуда с пьедестала, типа, что я как-то мимо тебя вихри водил. И ты бы стрелял стоя просто. Ты ДБС тоже дохуя проебал. Сейчас до первого столба глянем. Да. Под лицом не стоять, буду вести по кругу. Может чуть позже быть, но смотрите цель цели босса просто. Вон на ИВБ, вон он. На ИВБ. Вон, видите столб? Он из него вышел, он еще в нем постоял прилично. Все, берса. Ну смотри, 6 лямов, 2 тела лежит. Поскольку набили? Вот они сдохшие по 3 ляма набили. Да, должно хватать. Только надо вот эту фазу с ветерками покруче как-то. Че, снимай ресы.
Да тут нихуя трудного нет вообще. Просто реакция главная. На первой фазе отпрыгнул. На вот этих ветерках тоже надо смотреть. Ну, дамажить надо, но типа не сильно быстро прям не бурстить. Да, вот где босс стоит, вот прям вот где он стоит, на том месте. И если ты оттуда будешь доставать, я буду стараться водить между птицей и тобой ветерки, чтобы типа они у тебя перед лицом пролетали, и ты в птицу дамажил, чтобы ты не бегал, потому что ты ДПС еще потерял. Пару тысяч, наверное, точно. А так ты будешь стоять и это, будешь прожимать спокойно ротацию. Прожимки старайтесь по КД все выдавать, прям, чтобы ничего не простаивало, ничего не сохранять. Там как получится, типа, ну, потому что под последнюю фазу драконов будем Берсу, Геру давать, типа. Я, в принципе, таймер включаю всегда с пула босса, 10 минут Берса у босса. Если, типа, мы не успеваем, там уже надо смотреть. Вот, допустим, осталось 40 секунд до Берсы, и мы там, не знаю, там 3 ляма осталось добить, тогда Геру даем. Ну, смотреть по секундам, сколько нам осталось до Берсы, чтобы выжить. Ну, там, если хорошо будет, если бабл будет у паладина, чтобы вдруг, если что, там, какие-то дотки, чтобы добили. Ну, а так, если все идеально сделать, должны, у нас ДПС должен хватить. Да, там время есть. Проценты босса, смотрите, ХП, конечно.